домашнего хлеба. Конечно, домашний хлеб. Сюда я высыпала цельнозерновую муку. Буду делать один к одному. И просеиваю пшеничную муку. Муку я просеяла. Теперь высыпаю соль, сахар. Все граммы я распишу в инфобоксе под видео. Высыпаю дрожжи, у меня сухие. Здесь у меня оставалось. Вот как раз хватит. Все это перемешиваем. И будем вливать тепленькую водичку. Градусов 38. Этот хлеб, друзья, будет без вымешивания теста. Без замеса, то есть. И мы вливаем водичку тепленькую. Ну и будем смотреть, какое у нас тесто получилось, чтобы оно не было крутым. При необходимости доливаем еще воду и перемешиваем. Вот такое вот тесто у меня получилось, так и должно быть. Вот видите, оно такое вот вязкое. И сейчас я его поставлю на ночь в холодильник. Это, ну, ночная ферментация, короче, будет. Такой рецепт хлеба. Все, до утра оно у меня будет стоять в холодильнике. На этом этапе замес закончился. Итак, прошла у нас ночь, где-то 12-13 часов. Утро уже. Я вынула миску с нашим тестом. И вот ферментация произошла, то есть тесто поднялось. И сейчас буду перекладывать форму. Поскольку тесто такое вязкое, я еще смазала руку растительным маслом. И сейчас будем перекладывать. Вот такая вот форма у меня для кекса. Для хлеба, к сожалению, нет. Тесто без замеса, поэтому мы его просто переваливаем в форму. И распределяем по всей форме нашей. Вот так вот придавливаем и распределяем. Вот так вот оно получается. Теперь накрываем полотенчиком. Накрываем полотенчиком и оставляем в теплом месте на расстойку. Ну, можно пищевой пленкой, тогда нужно делать проколы. Итак, прошел час, хлеб у нас поднялся, ну, тесто вернее. И сейчас буду ставить в духовку. Уже духовка у меня разогрелась на 220 градусов. Итак, хлеб наш испекся. В духовке он у меня пропекался 45 минут. И сейчас будем, пусть немножко остынет, и сейчас будем вытаскивать его из формы. Итак, хлеб наш немножко постоял на столе, остыл. И теперь я специально его сделала таким поджаристым, мне нравится. Теперь разрежем, посмотрим. Ну вот, хлеб пропекся. Вот такой вот ноздрястый получился. Я такой и хотела. Это за счет консистенции теста. Так что пеките с удовольствием. Очень вкусный, ароматный запах на всю кухню, друзья. И всем пока, до скорых встреч. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки, жмите на колокольчик. Всем всего доброго, пока.